Полет на летающей доске становится возможным. 275 метров над водой пролетел канадец, поставив очередной рекорд и вписав свое имя в книгу Гиннесса. Высота полета, проводившегося над озером в Квебеке, составила около 5 метров. Чтобы побить предыдущее достижение, канадцу Алессандру Дуру было достаточно пролететь и 50 метров. Однако мощные двигатели, которые инженер сконструировал самостоятельно, позволили ему пролететь практически 300 метров. До конца года канадец и его бизнес-партнер Филипп Маалуф планируют изготовить коммерческую модель летающего скейтборда, после чего она и поступит в свободную продажу. Устройство первого поколения, по словам Дуру, будет стоить довольно дорого, а высота его полета будет ограничена для начала 1,5 метрами.